Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, по-моему, 19 июля. Вот такая вот у нас погода. Иногда идет дождичек. Сейчас уже вечер у нас. Вот, и я вообще хотела показать малину. Вот, здесь, значит, у меня вот так капусточка уже завязывается. Капусточка неплохо растет. Ну, я как вышла вот из калитки и, в общем, решила все по порядку заснять все-таки. Потому что у меня распустились вот лилии, вот такие желтенькие красавицы. Вот. Вот такие. Ой, как они пахнут. Ой-ой-ой, как вкусненько. Вот эти черные лилии, они уже отцветают. Ну, а вот эти желтенькие, они у меня распустились. Вот так цветут косточки. Уже тоже отцветают. Гортензия. Я что хотела показать? Малину. У меня вот эта малина. И там, которая малина, вот там дальше, она, значит, одного сорта. Ну, вот, видимо, из-за земли. Вот здесь малина мелкая, вот она, вот она мелкая, а там у меня малина растет, она крупная. Вот я хочу ее показать. Вот здесь я прополола, вот так у меня гладиолусы растут, гортензия начала цвести, вот такая вот красавица. Рука трясется, как у алкаша. Вот, у меня расцвели флоксы. И вот золотой шар зацветает. Вот. В общем, вот космея у меня цветет. Я флоксы хочу пока... А, розочку. Смотрите, я купила розочку вьющуюся, но она должна быть, была быть белая. Насколько я помню, я даже заходила на сайт, смотрела, какую розу я заказала. Ну, пришла мне красненькая розочка, но она вот такая вот красавица. Я не знаю, видно, нет. Вот, я сейчас попробую камеру приблизить. Смотрите, какая она красавица. Вот. Это в этом году мне прислали. Я посадила. И здесь у меня распустились флоксы. Лилии. Вот, смотрите. Вот, вот на одной веточке столько. Целый букетик. Вот. И, в общем, у меня цветут, начали цвести флоксы. Смотрите, какие метелочки. Ой-ой-ой. Оса у меня уже, там вот у меня тоже капуста. Вот тут помидорки. Здесь еще не цветут флоксы. Вот. И, в общем, здесь капусточка маленькая, которую я все-таки прополола. Здесь поливаю свои перчики. У меня все-таки перчики подросли. Мы немножко здесь, значит, вот так вот, чтобы ходить можно было. Так муж немножко поднял виноградник. Вот. И, в общем, вот здесь у меня флоксы цветут. У меня космея вот везде цветет. И я, значит, хотела показать. Вот я здесь прополола вот эти вот помидорки, которые у меня растут от пасынков. Я уже говорила, что я, значит, оторвала пасынки, поставила баночку с водой. Они когда дали корни, я вот их посадила. И они так интересно вот растут. Все, главное, одинаково. Вот так вот. Вот все 7 кустиков, и все так растут. Наконец-таки я прополола здесь. И вот у меня тоже баклажанчики пошли. Вот. И, значит, арбузик у меня вот тут, вот он висит, арбузик. Вот. Вот такой арбузик у меня. Так, потом
Вот космея. Астра вот распустилась многолетняя. Вот. И, в общем, вот так у меня растет уже такой огромный стал патиссон. Вон там внизу еще один такой же. Вот. В общем, и что-то мне так не хочется его рвать. Муж говорит, прям как тыква. Вот, сейчас я хотела пройду все-таки я помидоркам. Хочу тоже показать помидорки свои, что они у меня растут. Сейчас покосили, сейчас только. А, это кукуруза вот поднялась. Вот, видите? Кукуруза поднялась. Это и на банке наступила. Вот. В общем, в серединке он еще там лежит. А так она поднимается. Вот. В общем, вот часть лежит, часть вон некоторая сломалась. Вот так вот поднимается. И вот что у меня здесь в теплице. Вот такие помидорки. Пока все зеленые. Я тут обрывала листья и все переплелись. В общем, я в этом году их не посынковала. Я вообще их никогда не посынкую и раньше не посынковала. Так, вот у меня помидорки вот так растут. Вот здесь растут. В общем, я их как первый раз подвязала. Вот они у меня еще все зелененькие. Вот уже белеют. Так, мне кажется, надо... Ой, подвял у меня помидорчик. Сейчас я сюда водичку подведу, полью. Земля совсем высохла. Вот, и вот такие помидорки у меня. Вот. Вот столько помидорки есть. Вот, я бы сказала, ну вот, они как-то вот снизу есть, вот, а сверху как-то мало. Вот, ну все-таки есть. И здесь у меня у меня тут такие дебри. Вот так у меня висят помидоры. Ничего я не подвязываю и ничего я не делаю. Сейчас ягода идет. Только много ягод. В общем, вот так вот у меня тут в теплице такой беспорядок. Я считаю, что это беспорядок, но я ничего делать не хочу. Вот, что будет, то будет. Сейчас просто полью, там шланг поставлю. Высохли помидорки. Вот. Там надо помидоры полить. Это высохли. Ты ничего не поливаешь? А, я сейчас возьму шланг. И я иду к своей малине. Хотела все-таки показать, как отличается малина тех кустов. И этих кустов. Смотрите, какая крупная малина. Ее здесь усыпано. Я вот сейчас собираю. Я начала собирать малину. И думаю, а что я ее не снимаю? Вот такая вот она крупная. Такая она большая. И так ее здесь много. Вот. Вот там. Вот, в общем, я лазю. Вот в этих дебрях. Смотрите, какая малина. Вот такая вот. Вкусная, сладкая. Вкусно, поспела. Вот такая крупная. И, конечно, здесь крапива. Вот, смотрите. Малины много. И она, ну, вся такая крупная. В общем, здесь, наверное, земля у нас хорошая. А вообще-то ничего не поливается. Вот. Ну, наверное, от дождей все-таки сырость там есть. Ой, а это я. Ой, смотрите, какое небо красивое. Сейчас, наверное, ливанет опять. Я собирала малину и пошел дождь. Я вернулась домой. Бегом побежала, чтобы не намочить майку. Я уже переодевалась один раз. Пошла, арбузик покушала, села. И вот, дождя нет, я опять пришла. Ладно, всем пока-пока.
Мне сегодня собака ударила головой по губам, и я об зубы, в общем, порезала себе губы. И, в общем, сначала болела, сейчас вроде ничего. Ой, она у нас прыгает, Бимка у нас прыгает, и вот так как прыгнул, и мне прям... А я нагнулась, а он мне прям своей головой сюда как ударил. Ну, больно. Ой, я его, правда, поругала, потом он за мной не перестал ходить, а сейчас опять так же прыгает. Ну, ладно, всем пока-пока. Вот такое вот красивое небо у нас.